Озвучено по заказу кинопортала turkcinema.tv. Говори, мерзавец. Организация никогда не травит своих членов после операции. Такое ведь невозможно, Кара. В таком случае, кто отравил снайпера? Не знаю. Что значит «не знаю»? Разве не ты устроил покушение, мерзавец? Как ты это не знаешь? Я отдал приказ на завершение операции. Но я не знаю, что и как сделал Йылдырым. Ты расскажи все, что знаешь о Йылдырыме. Он один из самых надежных моих людей. Я не сомневаюсь в его преданности мне и организации. И что этот тип сам по себе отравился. А вы меня отпустите, и я у него спрошу. Где этот подонок сейчас? В Канделе или в Стамбуле? В Метрополе остался вместо меня. Звони. Абонент временно недоступен. Недоступен. А другого номера нет? Нет. В таком случае ты нам тоже не нужен. Брат, давай отвезем его в Стамбул. Он нам понадобится для того, чтобы найти Йылдырыма. Она заснула, дочка? Нет, мама Назифе. Она 2 дня не спала. А что сказал врач? Он прописал ей кучу лекарств. Сказал, что, возможно, она потрясена смертью Мемати. Мы все ошеломлены. Что будем делать? Папа умер. Я не хочу, чтобы она пила лекарства. Но, кажется, придется выполнять назначение врача. Она не будет пить лекарства. А где лекарства, мама? Абдулхей правильно говорит, Пулат. Абдулхей, бери этого типа, мы возвращаемся. Пошли. Полат Алемдар. Бог вам в помощь. А ты куда, Кара? У меня не осталось дел в Стамбуле, а мы еще не закончили. Ты поедешь с нами, пока не разберемся в этом деле. Полат Алемдар. В этих делах трудно разобраться. Чтобы в твоей голове не осталось сомнений, нужно убить всех, кто живет в Стамбуле. Я и это сделаю, если понадобится. А ты будешь рядом. Мое сердце с вами. Ты никуда не пойдешь, Кара. Будешь делать то, что я тебе сказал. А где Сильви? У себя в комнате. Она поела? Не хочет. Подожди, я дам тебе тарелку. Что будешь есть? Что случилось? Ты решил стать хорошим братом? Конечно. Мама приготовила еду. Я тут подумала. Почему Мемати умер, а ты до сих пор жив?
Почему ангел смерти забрал человека, который сражался за родину, и оставил подлеца, который ничего хорошего не сделал, из-за которого нам стыдно, у которого нет будущего и труп которого в один день все равно найдут на помойке? Значит, ты так обо мне думаешь? Скажи, а когда ты в последний раз радовал окружающих? В первом классе, когда научился читать, да? Мемати был еще хуже меня в моем возрасте. То есть ты еще веришь в себя? Ты говоришь это от злости. Нет, я давно это хотела сказать. Игра закончилась. И я все тебе выскажу. По крайней мере, я никогда так не говорил о родной сестре. И говорить не буду. Я слышала голос Пусата. Он, наверное, у себя в комнате нюхает кокаин. Что за бред ты несешь? Черт бы тебя побрал! Ты только этого не делал! Я нюхаю, чтобы черт меня побрал. Я тебе все руки переломаю. Ты не будешь этого делать, ты бросишь и станешь нормальным человеком. Не будешь заниматься этими собачьими делами. Куда ты идешь? Иди сюда. С каких пор ты принимаешь наркотики? Разве это дело, Булат Алимдар? Ты будешь слушать мои приказы. Спасибо, Абдульхей. Оставь нас, пожалуйста, наедине. Хорошо. Ты решил растить внука? А что мне еще делать? Бьешь, убиваешь, хватит уже. Пусть государство найдет других солдат для войны, а я буду растить внука. Ты что, на пенсию вышел? Молодость прошла. Хоть на старости лет оставьте в покое. Успокоишься, когда умрешь. Если нужно растить внука, оставь у моего отца, он вырастет. Что ты понимаешь, младенца? Я не собираюсь его растить, мои люди вырастят. Вот и хорошо. Почему ты в Стамбул тогда не едешь? Неужели никого нет, кроме меня? Можно я побуду с внуком, пока моя нога не поправится? Лучше бы ты был рядом с сыном, и он не погиб бы. Я один раз совершил эту ошибку и потерял сына. Но внука я не потеряю. Ну давай.
Но не забудь, я тоже в тебя выстрелю, если когда-нибудь я позову, а ты не придешь ко мне. Ты много болтаешь, поэтому нога еще больше болит. Ты что, совсем меня не любишь? Я знаю, ты хочешь меня усыпить. Да, но ведь ты должна спать, Элип. Я же умру, если усну. Мы все спим, дорогая, но никто не умирает. А дядя Мимати ведь умер. Моя хорошая доченька тоже не любит спать, как и дедушка, да? А мы посидим, поговорим. У меня тоже нет сил утром рано вставать. Нет, сиди. А вдруг с тобой что-то случится, когда заснешь? Послушай, тетя Лейла утром пойдет на работу. Мы же все равно не спим. Пусть она спит, а мы будем ее сторожить. Но ты не будешь спать, дедушка, да? Обещаешь? Обещаю. Хорошо, ты можешь идти. Не волнуйся, мы тут. От моего отца нет вестей, дедушка. Дедушка. Слушаю, доченька. Я очень по нему соскучилась. Я не буду есть. Сколько раз еще повторить? Дядя, ты посмотри, какая еда. Я не буду есть. Если не будешь, умрешь, дядя. Мимати что, тоже не ел и умер? Нет, он кушал и умер. Какая разница? Унеси. Если бы Мимати не женился, его бы никто не убил. У нас, слава богу, нет таких проблем. Дядя, я нашел лекарство от смерти. Давай откроем университет. Что мы понимаем в этом? Откроем университет имени Зазы. Представь, дядя, будешь выпускникам выдавать дипломы. Подумай, везде в коридорах будут твои фотографии. И что будем преподавать? Я умею убивать людей и зарабатывать деньги. Вот я умру, и делай, что хочешь. Нет, не так. Посмотри на Конта Кембриджа и лорда Оксфорда. Разве они мертвы? Я не люблю лордов, контов. А смерть вообще не люблю. Дядя, есть такая штука, реинкарнация. Ты умираешь, а потом оживаешь. Пойдем к ним. Серьезно, что ли, Имдад? Она ведь заснула, мама. Нет, доченька. Стоит ее шевельнуть, чтобы отнести в кровать, она проснется. О, Аллах. Папа звонит. Папа, это ты? Спрашиваю тебя. Я хочу к папе. Слушаю. Доченька, слушаю, Айхан. Не говори так, пожалуйста, доченька. У меня сердце разрывается. Почему папа не приезжает, дедушка? Он приедет, доченька, приедет. Когда? Пусть скорее приезжает. Я по нему соскучилась. Хорошо, спасибо.
Вчера Пулат уехал в Диарбакыр, а сегодня вернулся. Позвони ему, дочка. Абонент временно недоступен. До сих пор отключен, мама. Если проболтаешься, получишь пулю в лоб. Слушаю. Йылдырым, где ты? Начальник Пулат Алемдар уничтожает наши штабы. Я нашел надежное место и жду ваших приказаний. Ты говорил еще с кем-то, кроме меня? Нет, начальник. Йылдырым, я приехал в метрополь. Послушай меня внимательно. Приходи в здание с голубыми окнами. Через час я буду там, начальник. Готовьтесь, Джейд. Этот подлец пойдет с нами. Хорошо, брат. Брат, пришла госпожа прокурор. Она ждет в кабинете. В чем дело, Лейла? У тебя надо спросить. Ты был в Диарбакыре. Разведка, служба безопасности уже закончила все свои дела и теперь следит за мной, так? Элиф плохо себя чувствует. Ты нужен ей. Отец, мама, ты все рядом с Элиф. Я тоже приеду к дочери, когда закончу свои дела. Когда закончатся твои дела? Они важнее дочери. Лейла. Сейчас у меня нет времени. Вечером поговорим. То есть вечером ты придешь домой. Обещаю, что приду. Господин Пулат просто прострелил. С костью все в порядке. Просто прострелил? Ну, хорошо, хорошо. Ты отложи мой рентген и иди, и сделай рентген своей головы. Господин Кара, над больным человеком не смеются, вам это не к лицу. Я клянусь тебе, у него с головой не все в порядке. Ты куда, Кара? Пулат Алемдар привез меня в Стамбул не для того, чтобы я лежал в больнице, ведь так? Что такое, Джейд? Приехать к вам? Давай адрес. Давай, Кара, они нашли след того человека. Я пойду в другое место, Абдульхейн. Ты иди, потом встретимся. Ты уверен? У тебя ведь нога болит. Я уверен, уверен. Я потом вам позвоню. Пулат Алемдар, как я и сказал, здание здесь. Посмотрим. Кто еще знает это место? Никто, кроме меня и Йылдырыма. Брат Кара ушел из больницы, сказав, что ему нужно в другое место. Разве сейчас время? Почему Абдульхей отпустил его? А что сделает Абдульхей, если Кара сказал, что уходит? Надо было ему в другую ногу. Ну ладно, позвони Абдульхей, пусть приедет. Дядя, а ты лично не встретишь господина Мете? А почему вы не сказали, что у меня нет сил выходить к двери? Мы сказали, но ведь он придет и увидит, что ты как огурчик. Послушай, ты почему меня с огурцами сравниваешь, а? Иди встреть человека, давай уже. Что с тобой, Заза? Плохо мне. Не проходит, господин Мете.
А что у тебя во рту? В детстве соску не сосал, сейчас начал, что ли? Посмотри, 39. Я умираю. Говори, что хочешь, я ухожу в другой мир. Ухожу. Я только приехал и никуда тебя не отпущу. Ты неправильно сделал. Неправильно. Разве можно бросать такую страну и возвращаться сюда? Здесь пыльно, грязно. Я приехал вытереть пыль и убрать всю эту грязь. Как дождь. Я болен, я умираю. Ты не дождь. Чего тебе надо? Заза. Будем делать дела, как в старые времена. Я Шарумер. Только ты сможешь разобраться в его делах. Эти американцы с ума посходили, что ли? Делают мне пыльную работу. Все улицы твои. А государство мое. Будет все, как я захочу. Мне никто не скажет ничего. Ни ты, ни американцы. Знаешь, я не люблю работать, пока не получу наличные. А какие наличные ты хочешь? Я хочу стать бессмертным. Я тоже хочу им быть. Можно стать бессмертным только в двух случаях. Если у тебя есть государство, если оно стало твоим, и если ты стал государством, получишь бессмертие. А другое не по тебе. Нужно завести ребенка. Он построит государство, и так станешь бессмертным. А, подожди. Было же еще что-то. Реинкарнация. Имдат, что там было? Как это называлось? Реинкарнация, дядя. Да, вот это. Захочешь — умрешь, захочешь — воскреснешь. Есть такое, ну и что? Государство, дети — это все долго. Ты мне этот путь покажи, и я улажу всю пыльную работу. Тебе ничего не говорят по поводу этого меча? Меня зовут Зульфикар. Если скажут, то получат ответ. Этот Зульфикар рядом с теми, кто говорит правду, и против тех, кто лжет. У нас тоже были тяжелые времена. Но, слава богу, сейчас у нас нет проблем с братьями. В Сирии всегда были проблемы. Мы много лет все вместе терпели эти тирании. Это понятно. Но вы до сих пор поддерживаете этого пса, Эсада. Мы делаем это не от удовольствия, Зульфикар, а от страха. Мы не знаем, что нас ждет в будущем. Хуже этого не будет, не переживай. Как не будет? Аль-Каида там, селефиты тут. Если мы не поддержим их, они начнут воевать против нас. Возможно, есть тот, кто их удержит. Есть. Большинство суннитов хотят жить в мире и согласии. Но ты сам знаешь, в таких делах достаточно одной искры. В регионе очень много тех, кто хочет нарушить мир. Вы ведь тоже это пережили. Если вы перестанете поддерживать Эсада и местных боевиков, я, в свою очередь, передам этот вопрос Пулату Алемдару. Он вас объединит. А у Пулата Алемдара есть такая сила в государстве? Вы лучше меня знаете, сколько у него влияния из-за операций в регионе. Когда вам устроить встречу? Мы всегда готовы к встрече и разговору с Пулатом Алемдаром. Но сначала нужно увидеться с курдами. Они тоже в меньшинстве. Мы будем сильнее, если поддержим друг друга.
То их лидер. Бедри ага, ты его знаешь, он из окружения Зазы. Дорогой, почему ты говоришь сейчас то, что должен был сказать вначале? Я улажу этот вопрос с Зазой. Твой человек всегда так опаздывает. И если он сомневается, то не придет. Я очень хорошо воспитал Йылдырыма. Посмотрим, как хорошо ты его воспитал. Йылдырым, где ты? Начальник, я поговорил с Канделем, и они сказали, что тебя захватила в плен турецкая разведка. Ты должен его переубедить. Йылдырым, что за бред ты несешь? Я теряю время, жду тебя. Где ты? Начальник, если ты не в руках разведки, выйди на улицу. Когда увижу, что ты один, приеду на машине и заберу. Йылдырым, ты забыл, с кем разговариваешь? Делай то, что я тебе сказал. Мне некогда разбираться с твоей паранойей. Начальник, если ты один, выйди на улицу. В противном случае я ухожу. Йылдырым. Он отключился. Абдульхей, выйди через задний ход и перекрой дорогу. Джаид, ты останешься у окна. А ты пошли. Сделаешь 5 шагов и остановишься. Если сделаешь на шаг больше, Джаид тебя пристрелит. Джаид, идем. Подожди. Поставь руку назад. Начинай шагать. Сейчас. Джаид, приготовься. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Абдульхей, проверь крыши. Проклятие. Что ты купил? Для ребенка. Но продавец сказал, что без консультации доктора ребенку нельзя давать лекарства. У него очень высокая температура, Баки, так не пойдет. Что будем делать? Не знаю. Без разрешения брата мы его и доктору не можем показать. В таком случае позвони и спроси, почему он до сих пор не вернулся. С утра звоню, не могу дозвониться. Зачем мы взялись за это дело, а? Что мы понимаем в младенцах? Вот дозвонишься и скажешь ему. Мне говорить это не надо. Куда ты идешь? В больницу.
Во что ты нас втянул, брат? Подожди, подожди, вместе пойдем. Слушаю, дядя. Продавца нет? Я разберусь, ты иди, сынок. Ты болеешь? Немного. С каких гор ты спустился, Кара? Не будем сейчас об этом. Я ищу одного типа, его имя Йылдырым. Он из окружения Джемаля. Ты у меня спрашиваешь, Кара? У меня работа в горах. Я там всех животных знаю. А ты ведь живешь в долине, так? Вот ты и должен знать их. Поэтому я и пришел к тебе. Я знаю лишь одно. Йылдырым обязательно урвет себе кусок от каждой операции. Он что, такой шустрый, да? Не знаю, но ему как-то удается это проделать. И где найти эту куропатку? Охотник ты, откуда мне знать? Ну хорошо. Дай один номер. Не переживай, не бесплатно. Послушай меня. Держи ухо востро, хорошо? Хорошо, вдруг ты что-то услышишь или узнаешь, позвони по этому номеру. Ты хорошо понял меня? Хорошо. А это уничтожь. Порви и уничтожь. Хорошо. Ну давай, до свидания. Пока. Слушаю, брат. Баки, как там дела? Брат, ребенок заболел, мы идем в больницу. Какая еще больница? Вы с одним ребенком не справились. Брат, мы не можем сбить температуру. Очень хорошо. Молодец, Баки, молодец. Брат Айфер. Так не пойдет, Кара. Пойдет, пойдет. Этот ребенок не выживет рядом с нами. Не тяни. Я сказал, будете смотреть, значит, будете смотреть. Но все, отключай. Все войны происходят, и потом бывает... Приветствую! Приветствую! Добро пожаловать, Зульфикар! Идем, идем! Посмотри, ты знаешь Лукмана Хакима и его живую воду? Нет, Заза! У тебя что, вода закончилась? Может, тебя в хамам отвезти, если вода закончилась? Ты знаешь, я еще не насладился этим миром, Зульфикарага. Человеку достаточно двух миров Земли, какие у тебя проблемы? Ты их все равно не решишь. Я был немножко хорошего настроения, а ты его взял и испортил. Теперь мне плохо. Бедриага где-то здесь. Он уехал из Сирии. Если думаешь здесь заняться торговлей, то сейчас вообще не время. Там ему проблем хватает. Ладно, Заза. Сейчас проблема не в деньгах. Все за свою жизнь переживают. Каждый день в Сирии умирают невинные люди. Вот и хорошо. Мы решим эту проблему, если найдем живую воду Лукмана Хакима. Не волнуйся. Заза. Сейчас не время отходить в сторону. Мы будем в этом деле, хочешь ты этого или нет. У тебя нет в Сирии родственников? У меня в Сирии много племянников. Ну вот и хорошо. Устроим встречу твоих племянников и наших людей. Пусть договариваются. Нет, ей-богу, пока не выпью эликсир бессмертия, никуда не пойду. Имдад, вы чем кормите и поите дядю? Он дрожит от страха, я смотрю. Господин, смерть Мемати очень сильно напугала его. Я ему сказал, что есть реинкарнация, мы будем уходить и возвращаться. Но не мог его убедить. Кто говорит, что я могу вернуться ослом или травой? Или даже вернусь тещиным языком? Я хочу вернуться как Заза. Не люблю я ослов и эту траву. Я хочу быть Зазой.
Не люблю я это все. О, Господи, дай мне терпение. Заза, оставь в покое мертвецов, давай займемся живыми. Люди сильно страдают. Ты иди, давай иди. Я сейчас разберусь с бессмертием, потом тебе позвоню. Имдад, не наступай, не наступай. Аккуратно. Что случилось, дядя? Это же просто муравей. Его тоже бояться надо. Посмотри внимательно, на кого он похож. На кого? На кого похож, дядя? Может, на дядю Джефхера? Ты видел, чтобы дядя Джефхер так работал? Это, скорее всего, наш покойный дядя Шевки Шейху Натыр. Ты так думаешь, дядя? Как же он похудел. Погоди, я принесу ему кусочек хлеба. Зульфи, ты же помнишь дядю Шевки? Он был водителем. Ты посмотри на него, посмотри. Посмотри. Дай Аллах вам ума разума. Вы что, с ума посходили? Мы один раз пришли в этот мир. С честью пришли, с честью и уйдем. Ты посмотри, чем вы занимаетесь. Пошли. Имдад. Имдад. Я обязательно должен решить эту проблему. Не хочу становиться муравьем или кошкой. Посмотри, посмотри на бедного Шевки. В каком он состоянии. Брат, эти люди настоящие профи. Они уничтожают любую зацепку, которую мы находим. Мы должны пересмотреть свою позицию. Мы думали, что это организация, но это дело организации не по плечу. Если не организация, то, может, иностранные силы? Давай сначала местных проверим, Абдурхи. Если ничего не найдем, то перейдем на иностранцев. Брат, госпожа прокурор начала изучать дело об убийстве Рагыпа. Она возьмет все документы у служб безопасности. Я поговорю с Лейлой. Брат, пусть госпожа прокурор займется этим делом, может, она что-то узнает. Из пыльных дел ничего, кроме пыли, не сыпется. Тезка, ты уже привык к Стамбулу, тебе что-то нужно? Ты совсем не изменился, до сих пор пытаешься раздавить любезностью. Тебе не угодишь. Если опять будешь психовать, то можем закончить наш разговор. Я давно думаю, что делать. Взять тебя к себе или же отправить в мир иной с почестями. Так и не смог решить. Самое правильное – спросить у тебя лично. Ты уже перегибаешь палку психопата. Если что-то надо, я тебя слушаю. Если нет, собирай чемоданы и проваливай. Проваливай туда, откуда пришел. А если надеешься на американцев, то они бросили очень многих людей на полпути. Таких, как ты. Эпоха изменилась. Теперь пришло мое время. Будь умнее, иначе я даже патронов тратить не стану. Посажу за решетку, и всю оставшуюся жизнь ты там проведешь у меня. Этот Стамбул тесен для двух мете. После этого либо ты, либо я. Мы получили компьютер, госпожа прокурор. Господин начальник, я хочу увидеться с коллегами по службе. Как прикажете, госпожа прокурор. Пригласите всех сотрудников для дачи показаний. Хорошо, однако один из них уже 2 дня на больничном. Но мы можем его отправить к вам, как только он выздоровеет. У вас есть ко мне поручение, госпожа прокурор? Нет, Джаид. С вашего позволения. Соболезную, Тертип. И я вам. Кажется, кто-то из работников болен. Да, на больничном. Напиши мне его адрес. А в чем дело? Хочу увидеться с ним раньше, чем госпожа прокурор. Мало ли что может быть.
Хорошо. Давно тебя не было видно, брат. Тут, Мэйрхан, тут. Вот хотел уйти, получил пулю. Пока не отомстим за Мимати, нам покоя не будет, брат. Наши еще не приехали. Они в дороге едут. Ты что-нибудь смог узнать? Ей-богу, с Полатом Алимдаром шутки плохи. Вот это и узнал. Слава богу! Я так рада видеть тебя спокойной. Я хочу пойти на могилу Мимати, мама. А тебе еще хуже не станет? Еще хуже? Неужели это возможно? Закрой это. Сейчас не время спать, Чакыр. Выйди вон. Выйди. Что ты делаешь? Выйди из комнаты. Чакыр, Мимати умер. Все осталось нам. Мимати умер и забрал меня с собой. Выходи на улицу. Выходи. Ты нашел что-нибудь? Мне уже лучше. Спасибо, что спросил. Что вы сделали с Джемалем? Мы отвели его на встречу с Йылдырымом, там его и застрелили. Полат Алемдар. Это дело так быстро не закончится. Это как копать колодец иголкой. Мне никто толком не смог ответить об этом подлице Йылдырыме. Ты скажи, что смог узнать. Остальное я додумаю. Ей-богу, он очень запутанный тип. Со всеми по одному разу имел дело. Что такое, господин Эшреф? Нам нужно поговорить. Пойдем сюда. Хорошо. Абдульхей. Этот из какого государственного крыла? Из невидимого. Полат Алемдар, произошло что-то невероятное. Один из старейшин попросил меня организовать с тобой встречу. А ты связан со старейшинами? Вообще-то нет. Но они послали мне весть по своим каналам. Я тоже очень удивлен. Они что, меняют вековые традиции? За это есть расплата, Полат Алемдар, видимо, они согласны. Значит, и мы должны на что-то согласиться и увидеться, господин Эшреф. Ты изучил документы о региональной службе безопасности? Председатель разработал очень хороший проект, усовершенствовал большую часть работы. Мы должны вернуть эти документы раньше, чем выберут нового председателя. Если вернем эту папку, то жизнь ребят окажется в опасности. Мы не можем скрывать такое от старейшин. Когда я закончу процесс, нам не нужно будет скрывать. До тех пор никому ничего не скажем. Что ты сделал, Джаид? Ничего не сделал. Кто-то копался в компьютере Рагыпа. Скорее всего, это сотрудник их команды. Он не приходил на работу, взял больничный. Я пошел к нему домой, но он уже переехал. Что за дела такие? Куда бы мы ни пошли, везде пусто. Абдульхей, скажи брату, что нужно создать новую команду. Кажется, мы выдохлись. Я тоже это знаю, Джаид, но как мы скажем ему? У них в каждой организации есть свои люди. Они про нас все знают, а мы ничего.
Абдурхей. Один из старейшин хочет нас видеть. А председателя старейшин уже выбрали? Нет. Брат, в государстве все запуталось, в регионе тоже. Даже в наших головах все запутано. Мы доверяли некоторым старейшинам, они тоже запутались. Абдурхей. Все эти события не случайны. Что это, брат? Региональный проект службы безопасности. А что, они построили региональную службу? Да. Хорошая идея. Перед смертью председатель работал над этим проектом. Остальное мы будем доделывать. Брат, они будут тебе подчиняться. Если понадобится, будем убеждать их по одному. Будущее государства и региона зависит от этого. Реинкарнацией или же силой духа называют постоянный процесс повторного переселения души из тела в тело. Понятие реинкарнации хоть и немного отличается, но схоже с восточными верованиями. В наши дни в реинкарнацию и силу духа верят больше 1 миллиарда человек. Ты это пропусти, пропусти. У нас же никто ничего не спрашивает. Даже номер турецкого паспорта не спрашивают. Как же мы вернемся? Дядя, давай спросим у учителя. Не будем делать выводы своей глупой головой. Ты на дядю говоришь глупый? Ну что ты, дядя, я про себя говорю. Я не люблю глупых людей. Уходи. Вставай, 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 вставай. Уходи. И не приходи, пока не поумнеешь. Вставай, говорю. Дядя, Кирвен пришел. Давай, добро пожаловать. Спасибо, Заза. Спасибо, иди сюда, идем. Проходи, садись. Ты знаешь Лукмана Хакима? Ей-богу, я не знаю Лукмана Хакима. А ты знаешь, какие у нас проблемы? Да, Зюльфикар немного рассказывал. А ты знаешь, Имдад говорит, что мы возвращаемся обратно на землю. Ну и зачем тебе возвращаться, Заза? Мы много лет мучились, зачем еще раз? Я тебе что говорю? Приходи, живи со мной в Стамбуле. Зачем тебе эта Сирия? Зачем она тебе? Заза, у нас там земля, родственники. Разве можно их бросить? А что такого? Вот ты же приехал. Я не просто так приехал. Я приехал уладить проблемы. А ты нам в этом поможешь. Тебе деваться некуда. Да как же я тебе помогу с такой головой? Я же сказал Зюльфикару, что моя голова занята другим. Совсем другим. Заза, все эти события произошли, потому что Эсад нас за людей не держит. Он дал нам некоторые права, но при первом же случае уничтожит нас. Организация этим воспользовалась и договорилась с Эсадом. Она в Турции устраивает беспорядки и в Сирии поднимает народ. Ну, договоритесь с арабами, а я поддержу. С какими? Сунниты одни, алавиты другие, христиане третьи. Нам нужна сила, которая объединит нас. Я тебя уважаю. Но самое плохое в этом мире — быть арабом. Попытаешься их объединить, они сожрут друг друга, а ты будешь виноват в этом. Заза, я думаю, нам поможет Полат Алемдар. Устрой нам встречу.
Упала Талимда, родила плохи. У него умер друг. Погоди, погоди немного. Подождем давай. Саза, за мной охотятся. Те, которые не хотят объединения народа и мира, не оставят меня в покое. Если не поторопишься, меня уведут. Не бойся, там, где есть я, с тобой ничего не случится. Не случится, ты просто держись. Имдад. Слушаю, дядя. Пошли команду наших боевиков вместе с дядей. Пусть он успокоится. Хорошо, дядя. Доченька, ты же знаешь, Полат похоронил его в особом месте. Там люди не смогут его потревожить. Я его не потревожу, папа умер. Я не говорю о тебе, доченька. Может, за тобой следят. Он запретил некоторое время ходить на могилу. Я не могу выдержать, папа умер. Хорошо. А ты выдержишь, если найдут могилу Мемати? Вы правы, не выдержу. Но я все равно хочу пойти к нему. Хорошо, доченька. Поговорим с Полатом. Возможно, он сам захочет тебя отвезти туда. Уже ночь настала. У него много дней отключен телефон. По крайней мере, он сказал, что приедет, дочка. Приедет скоро, приедет. Я не хочу играть на компьютере. Но ты еще не видела эту игру. Ешь давай. Ты меня насильно кормишь, и играть я не буду. А почему ты не ешь, Элиф? Потому что приедет мой папа, я с ним поем. Брат, пожалуйста, отведи меня к Мемати. Я отведу, дорогая, отведу. Пойдем сейчас, отведи меня и оставь, а сам вернешься. Я сейчас навещу Элиф и пойдем, дорогая. Проходи, садись. Вы нашли убийц. Нашли, мама.
Элиф у себя? Да, Лейла с ней. Она будет ужинать с тобой. Элиф? Я с тобой не разговариваю, ты меня не любишь. Я тебя очень люблю. Нет, не любишь. Если бы любил, не отходил бы от меня. Но у меня дела, доченька. В таком случае, меня тоже возьми с собой. Не обнимай меня. Почему? Ты тоже умрешь, как Мимати. Оставишь меня одну. Разве я могу бросить свою дочь? Я ее не брошу. Никогда не брошу. Ну все, не плачь. Я тут пришел. Давай, покушаем, давай. Абдульхей, в разведке есть один тип. Я дам тебе его гражданский код, записывай. 347854. А в чем дело, брат? Этот человек допрашивал Йылдырыма, узнай о нем все. Хорошо, брат. Пришли новости. Пришли, брат. Правда, я не уверен в источнике. И где они? Брат, невозможно идти по наводке ненадежного человека. Дай мне еще немного времени. Пошли. Мы столько времени живы, и сейчас выживем. В ловушку не попадем. Пошли. Брат, у тебя ведь нога ранена. Мы же руками стреляем, не ногами. Правда? Пошли давай. Обещай, что не будешь ходить сюда без моего ведома. Это произошло из-за меня. Он бежал от меня, как от судьбы, но я его не отпустила. Ни пуля, ни враги, я убила своего любимого. Похоронила его своими руками. Своими руками. Сельви. Сельви!
Как ты? Плохо. Ты протестуешь, так? Сильно. Думаешь, пройдет? Думаю, разве мне мало страданий? Знаешь, что говорит святой Мевляна? Тот, кто палкой выбивает коврик, не пытается его убить, а хочет вытряхнуть пыль. Аллах дает тебе испытания и страдания для того, чтобы выбить грязь и пыль. Почему ты грустишь? Но я не святой. И не могу смотреть вашими глазами. Смотри, как хочешь. Но Аллах не мучитель. Он добр, милостив и милосерден. Мемати умер. Пойми мое состояние. Слова не помогают, а если помогают, душа не слушает. Хорошо. А что успокоит твою душу? Она бы успокоилась, если бы Мемати не умирал. Мемати не умирал. Он не исчез. Но если ты не обретешь себя, то погибнешь. Мемати все равно жив. Но ты убьешь Пулата. Пока есть Пулат, будут и Мемати. Когда этот тип вышел на пенсию? 3 года назад. С тех пор он работает тут. Господин Нури здесь? Здесь, как вас представить? Пулат Алемдар. Пришел Пулат Алемдар, господин. Хорошо. Прошу вас. Добро пожаловать, прошу. Закажи нам кофе, дочка. Вы какой пьете? Спасибо, но мы торопимся. Прошу, прошу. Еще раз добро пожаловать. Для меня честь познакомиться с вами. Как я могу помочь вам? Мы хотим получить информацию о допросе одного человека. В то время вы работали в разведке. Вы читали мой отчет об этом человеке? Я точно не помню, что именно написал. Ничего плохого вы не писали. Вы использовали его как доносчика. Если бы использовал, то помнил бы. А зачем вам этот человек? Он организовал покушение на Мемати. Соболезную. Я очень расстроился, когда узнал. Господин Нури, все, что вы вспомните, для нас очень важно. Пожалуйста, подумайте хорошенько. Есть информация о проведенных операциях? Может, так вспомню. Он прятал заключенных. Ей-богу, господин Булат, таких было очень много. Если что-нибудь вспомните, позвоните. Конечно, простите, что не смог помочь.
Слушаю, Нури. Господин Метея, мы срочно должны встретиться. Что это такое, племянник? Что происходит? Городской муниципалитет что-то делает, дядя. Это ловушка. Это здесь? Сказали так, брат. Ну и место они приготовили. Я тебе говорил, брат. Отсюда невозможно сбежать. Придется умереть. Они нас поймают и замучают, чтобы мерзавец Йылдырым прославился еще больше. Понятно. Мы следующий пакет после Мемати. Вы их не поймаете, давайте кончайте с ними. Отходим. Хорошо, брат. Прости. Что случилось, Нури? Ты недоволен своей работой? Перевести тебя в другое место? Здесь другое дело, господин Метея. Сегодня приходил Пола Талимдар и спрашивал одного человека. Кого спрашивал? Нужно было помочь. Не захотел говорить без вашего ведома. Человек, про которого он спрашивал, из организации, но работает в нашей группе. Да ты из наших? Нет, господин, из группы Метея Аймара. Ты не мог мне сделать больший подарок. Проси у меня, что хочешь. Нам достаточно, чтобы вы были с ними, господин. Нури, эта тайна останется между нами. Чтоб никто не знал. Как прикажете, господин. Азиз.
Найди мне Мете. Я должен с ним встретиться. Как прикажете, господин. Сейчас посмотрим, тезка, кто кому будет подчиняться. Добро пожаловать, прошу. Спасибо за то, что пришли. Я очень удивился вашему приглашению. Мне интересно, что такого важного могло случиться, чтобы вы, нарушив многолетние традиции, расшифровали свою личность. Совет, который существует 2000 лет ради этого государства, под угрозой исчезновения. Я хочу помешать этому и уже ничего не боюсь. Как совет, который существует 2000 лет, который не смогли уничтожить ни китайцы, ни монголы, ни империалисты, может так внезапно исчезнуть. Ни одна сила, которая действует снаружи, не может разрушить совет, потому что наши правила и традиции созданы так, что совет все выдержит. Но в этот раз угроза идет изнутри. Наверное, старейшины и раньше расходились во мнении. Я не думаю, что вы так легко развалитесь. Ваше исчезновение — это бедствие для всего народа. Кроме вас, кто еще уверен в этом? К сожалению, никто. Это намного больше, чем расхождение во мнениях, Пулат Алимдар. Вы говорите о предательстве? А о чем говорит убийство председателя, по-твоему? Председателя могли убить иностранные агенты. Пулат Алимдар, кроме нас, только ты знаешь председателя в лицо. Я ходил на встречу перед его смертью. Он хотел мне сообщить что-то о смерти Мемати. Председатель был очень обеспокоен нашим разделением. Он хотел попросить твоей помощи, но, к сожалению, не успел. Чего вы ждете от меня? Я хочу, чтобы ты вошел в состав совета. Я не уверен, что смогу быть там полезным. Я предложу тебя на пост председателя, а чтобы я смог это сделать, ты должен войти в совет. Пулат Алимдар, совет старейшин — это мозг нашего народа, а государственные учреждения — это нервы. Если мозг парализует, нервы ничему не помогут. Ты не можешь уйти от этой должности ради будущего нашего государства. Тезка, я всегда восторгался твоим умом. Не такой храбрый, как я, но ты умнее меня. Хорошо знаешь, с кем нужно сотрудничать. Умный человек не будет показывать свою храбрость, тезка, а покажет свою силу, когда нужно. А ты пришел сюда показать мне свою мощь, так? Нет. Я пришел дать тебе шанс. Если ты опять будешь болтать просто так, не теряй зря время. Один из твоих старых людей, Йилдер, им устроил покушение на агента Мемати. Я решил дать тебе последний шанс перед тем, как скажу это Пулату Алимдару.
Ты что, угрожаешь мне палатом? Тезка, я не угрожаю, как ты. Я делаю. Если Полат Алемдар узнает об этом, тебя даже американцы не спасут. Как сильно вас напугал Полат Алемдар, пока меня здесь не было, я смотрю. Я все сказал, тезка. У тебя 24 часа, чтобы покинуть страну. Через 24 часа Полат Алемдар узнает о тебе. Что прикажете делать, господин? Он открыто говорит, что среди старейшин есть предатель. Но ведь они даже не знакомы друг с другом. Откуда ему знать о предательстве? Не нужно быть лично знакомым, чтобы знать предателя, Абдульхей. Это был последний оплошь нашего доверия, брат. Неужели и они разваливаются? Теперь мы можем доверять только себе и своей совести. Если среди старейшин есть предатель, мы найдем и уберем его. Брат, пришел господин Мете. Скажи, что меня нет, Эрхан. Мне некогда с ним возиться. Это не тот Мете, брат. Аймар. А что он делает в Турции? Все запуталось. Я бы удивился, если бы он не приехал. Пригласи, Эрхан. Посмотрим, зачем пришел. Прошу. В чем дело, господин Мете? Ты приехал, потому что в Америке было скучно? Моя мама болеет, приехал навестить ее. Я должен был встретиться с вами из-за случайного совпадения. Прошу, я слушаю. Сначала хочу пособолезновать. Мемати очень многое сделал для этого государства. Спасибо. Я слышал, что вы ищете одного типа, который какое-то время работал на нашу группировку. Подлец по имени Йылдырым был твоим человеком? Он был одним из многих наших доносчиков. Я перестал с ним общаться после того, как уехал за границу. Не знаю, с кем он еще сотрудничал. Как найти этого мерзавца? Я должен поискать по старым источникам. Но обещаю, что найду и приведу этого мерзавца к вам. Я хотел, чтобы вы услышали это от меня, а не от других. Зачем ты отпустил Мете, брат? Надо было его допросить. Он всю жизнь провел в допросах, Абдульхей. Пока мы его разговорим, дело закончится. Что будем делать, брат? Ты веришь его словам? Мете нам кое-что пообещал. Если он выполнит обещание, то я поверю его словам. А если не исполнит, тогда забирай и допрашивай. Брат, ты говорил о другом перед приходом Мете. Ты принял решение? Да. Председатель построил систему для того, чтобы региональная служба безопасности начала действовать.
Когда систему активируешь, все агенты собираются в одном месте. А где это место для собраний, брат? В Стамбуле. Ты будешь лично контролировать это дело, Абдулхей. Но они захотят видеть председателя, брат. Для каждого есть отдельный код безопасности. Они будут выполнять свои приказы после пароля. Это хорошо, но до какого времени, брат? Мы будем скрывать смерть председателя, пока все не соберутся, Абдулхей. А когда соберутся, мы с ними поговорим. Они начнут подчиняться, когда увидят наши серьезные намерения. Изменения начнутся через 24 часа, Абдулхей. Хорошо, брат. Вы шериф Зазауглу? Бедри Акдук виделся с вами, он что-то сказал вам? Он многое что сказал. Да только я не понял. Ты нам скажи, а может мы поймем. Что ты поймешь в своем возрасте? Я не понял. Я старик и то не понял. Дядя, один из убитых не наш человек.
Вы его знаете? Нет, не знаем. А почему смотрите? Чтобы узнать. Заза, мы должны взять у тебя показания. Я не люблю давать показания без адвоката. Я уже состарился и не знаю, что говорю. С адвокатом я лучше даю показания. Зачем тебе адвокат? Ты же не в списке подозреваемых. Нет-нет. Я возьму адвоката и приду. Имдад. Имдад, позвони Зюльфикару. Скажи, что я хочу с ним встретиться и выслушать его предложение. Если понравится, то примем решение. Что будем делать с советом старейшин? Я приму решение после того, как встречусь с заместителем председателя. Ты ведь не знаком с заместителем, брат. Скоро познакомлюсь, Абдульхей. Поверни направо. Добро пожаловать, господин. Я начинаю наше собрание. Уважаемый заместитель, у меня есть предложение перед тем, как мы приступим к повестке дня. Слушаю. В Совете освободилось одно место. Я хочу предложить нового члена, чтобы закрыть эту нишу. Сначала изберем председателя, а потом будут выборы членов. Невозможно выбрать председателя, если нет всех членов Совета. Я тоже поддерживаю выборы нового члена. Уважаемый заместитель, наши традиции известны. Сначала нужно выбрать председателя. Процесс выборов нового члена – это долгий процесс, над которым нужно хорошенько подумать. Нам нужно время, чтобы подготовить список кандидатов. У меня есть один кандидат, который, по моему мнению, превосходит всех. Полат Алемдар. Служба Полата Алемдара
Его привязанность к нашему народу, его вклад в дело неоспоримы. Несомненно, он бы был полезным приобретением нашего совета. Но каким бы хорошим ни был претендент, в нашем совете есть определенная процедура, и он должен пройти процесс избрания по нашим древним традициям. Для совета будет неправильным перескочить эти традиции и сразу добиться результата. Товарищи, я хочу сделать перерыв в связи с чрезвычайной ситуацией. Господин, мы нашли Йылдырыма. Улад Алемдар. Кто тебе указал это место? Неважно, кто сказал, главное, что я узнал. Если я могу узнать, значит и другие узнают. К сожалению, вы бессильны. Ты пришел, чтобы показать нашу слабость или заставить нас за нее расплатиться. Если честно, я пришел узнать о ваших решениях. Они тебя не касаются. Я не собираюсь спорить с тобой о тысячелетних традициях. Меня касается все, что происходит в этом государстве. Убийство Мимати, председателя, это послание как для меня, так и для вас. Я не знаю, как вы, но я намерен узнать, что это за послание. Мы знаем не больше тебя о смерти Мимати и о смерти председателя. Оставь, мы займемся своими делами. Наш совет не организация, которую можно допрашивать, требовать отчета и вообще общаться. Вы испытываете мое уважение к этой организации. Вы не имеете права принимать решения, пока не устраним предателя. Ты превышаешь полномочия. У нас, кроме тебя, есть более важные дела. Против меня и вас был заговор. Если и вы находитесь в этом заговоре, то поплатитесь за это. А если вы не участвовали в нем, то позвольте мне разобраться.
Я достаточно слушал тебя. Вы видите Пулата Алимдара на улицу. Господин, Йелдырым внутри, у него серьезная охрана. Мы насчитали 6 человек на улице, в доме 5. Мы думаем, что они все из организации. Пойти и задержать его, господин? Нет. Позвони людям Пулата и скажи, что я хочу встретиться. Слушаю, господин Мете хочет поговорить с господином Пулатом. О чем? Мы нашли Йелдырыма. Брат, звонит человек Мете, они нашли Йелдырыма. Скажи, чтобы ничего не делали, пока мы не приедем. Пока мы не приедем, ничего не начинайте. Быстрее, Джаид. Хорошо, я запомнил адрес. Господин Пулат Алимдар не хочет, чтобы мы без него начинали действовать. Будем ждать, контролируя окрестность, как прикажете, господин. Я не пью в такое время. Тебе поможет. У тебя столько проблем, нужно расслабиться. Если оно помогает, я готова пить бутылками. Алкоголь не поможет, я помогу. Пока я разбиралась с Сильвией, взорвался Пусат. Всю жизнь занималась Сильвией Пусатом. А когда будешь жить своей жизнью? У меня никогда не было жизни. Я не знаю, как можно прожить, если все проблемы разрешатся. Я научу тебя. Если позволишь, конечно. Если бы. Что если бы? Если бы я могла позволить. Слушаю. Это срочно, Азиз? Позвонили наши. Ваш тезка ходил к Пулату Алимдару. Как это? Я удивился так же, как и вы, господин. Но, к сожалению, информация верна. Сейчас он в офисе Пулата Алимдара. Если он не понял нашего послания, придется объяснить. Понятно, господин. Нере? Куда ты? Я уже пойду, потом приду. Обязательно буду ждать тебя. По вашей просьбе, мы не начинали действовать. Йелдырым внутри, и я уверен, что он жив. От кого вы узнали, что Йелдырым здесь? Я немного знаю, кто и что делает в этом государстве, Пулат Алимдар. Наша жизнь прошла в таких делах. Но ты не ответил на мой вопрос. Я обещал, что дам тебе этого человека, я выполняю обещание. Господин, нам начинать операцию? Хорошо, вы можете идти. Остальное я сам сделаю. Пулат Алимдар, их очень много. Давай, мы поможем тебе.
Если бы я хотел его убить, не сообщал бы тебе. Раз так, пусть никто не заходит в здание, кроме меня, Абдульхея и Джейда. Ждите моих действий. Вы уберете охрану на улице и оцепите окрестность. Если кто-то выйдет, ни в коем случае не стреляйте на поражение. Не волнуйтесь, мы так же, как и вы, хотим разобраться с этим делом. Прикрой меня. У него в руке что-то есть. Он проглотил яд. Кто убил Мимати? Эркану удалось, господин. Переведено и озвучено по заказу кинопортала turksinema.tv.